Сап! Сегодня опять нашел дома, они начинают играть, и мы поедем в казино. Напомню, что вы можете ввести мой промокод FGK и получите прикольчики в игре. Все ссылочки будут в описании. Также вводите мой никнейм Джонни Райдер, когда регистрируетесь. И я, и вы получаете бабки в игре. Ехал! Итак, дамы и господа, прямое включение. Прямо сейчас мы вместе с Дианой Занасенко отправляемся в казино! Yes. Вот такая у нас BMW арендованная, Радмире онлайн, туда-сюда едем. Вот это вот, тихо, красный, все. Тормозной путь! Оп, все, притормозили. Прямо сейчас, дамы и господа, мы отправляемся, навигация, развлечение, казино Бендер. Он туда, частное у нас. Нам, кстати, проехать придется, Но, ехала. Смотри, какие-то районы, вот сейчас... Вот тут какое-то реально подпольное казино. А, реально, походу, подпольное казино, слышишь? Реально? Походу. Ну-ка. Да не, оно не... А, подожди. Оно не выглядит как подпольное казино. Смотри, какой вход. Ты, конечно, поп вышел оттуда. Казино уже играет. Там тигр стоит. Смотри, настоящий тигр. Ебать, реально, а ну. Скажи что-нибудь. На тигр. Эти в натуре левели. Смотри, как я тебя уработать могу. Но. Ай, блядь, за что на пей? Подожди, а где тэквондо? Я же тэквондист. Вход 5000! Ёбаный. Охуеть, это все мои деньги, блядь. Пиздец. Ну, я тебе дам немножечко на лапу, так сказать. Денег много не потратим, но мы не можем не зайти сюда. Да, мы сейчас заграбим, нахуй. Посмотри, ебем, это что такое? Подожди, там было написано, в данном казино нельзя играть, блядь. Конечно, блядь. В данном казино нельзя играть. Мне показалось, что так написано. Я думаю, что за абсурд, нахуй. Как это, нельзя, блядь, играть. 5000. Ебать тут. Снегурочка. Где? Ты потерял меня? Ебать! Ты едь, да? А ну, слоты. Ну-ка, слоты, автоматы. Да? Размер ставки 3000 рублей. Вы что, гоните? Подожди. Давай я перекушу, подожди. Ну ж дорогое все, ну-ка, взаимодействуй. Водка, пиво! Вот, смотри, сигар. Размер ставки 500 рублей. Вот, их поменьше. Да, ну-ка, пятихатку. Ну-ка, играть в автоматы. Во, слева комбинации. Ну-ка, бонуска выпадет. Пополните баланс автомата. А, вон справа, типа, пополнять баланс на 1000. Чё, ладно. Блядь? Справа нажимаешь плюсики и баланс автомата пополняешь. Еще, на плюсик. Играть-то, блядь? А, вы проиграли. Минус. Ну вот, ебать. Реально сейчас, а я хочу, чтобы бонуска выпала. Отвожи, ну-ка. Крутить. Снизу молния. Ебать, он крутится, конечно. Я да. Ну слушай, прикольно все равно, кастомно сделали. Блять, я только проигрываю, да, я только проигрываю. Ну-ка. Блять, я еще проебала. Короче, это обзираловка, слышишь? Ну-ка, я 2000 залил. Ну-ка. Ну, хоть одна выпадет бонуска, не знаю. Блять, вы проиграли. Хуяли! Блять. Я по жизни победитель, хули я проиграл, блять. Ну продолжить, ё-моё. Вы проиграли. Пойди, надо другое что-то пойти нормально. Ну-ка. Ну, давай семерки. Блять, одной семерки не хватило. У меня почти... Да, у меня тоже. Выход, нахуй, обдиралка. Прикинь, если бы мы по 3000 закинули. Бля, это пиздец. Не, в пизду, я все проиграл тут, нет. Надо что-то другое найти. Ну-ка. Ой-ой-ой. Максимальная ставка 100 тысяч рублей. Опа, а что он голый, нахуй? Чё, мне что-то, мне тоже не нравится. А раздели, пацан. Ну-ка, давай рулетку. А тут купе, мне кажется, должен быть, нет? Ну, давай я буду вместо него. Как раз работа крупье, блядь. Да. Ну-ка, ебать. Ставь на пятерку. Сейчас, сколько тут ваша ставка? Подожди, может, фишки мне надо купить как-то? Как ставить, блядь? Так, давай разберемся, как ставить реально. ЕФ. Используйте левый альт для ставки. Так, левый альт. Используйте клавиши, ну все, просто потом васт. Ну, а дальше? Может, купить, потому что нет? Enter. А, Enter, да, вижу. Сумму, 1000. Ебать, ты плачешь уже, Диана? Да, блин, а почему? Да. Почему мне не ставится? Возможно, выигрыш. О, пишут, возможно, выигрыш даже, смотри. Число. Ну, не 5, я понимаю, конечно. Но все равно. 11. Ебать, тут интересно так, конечно. Да. Подожди, а какая минимальная ставка? Не знаю, ну... 100 рублей, что ли, наверное? Не знаю, почему я не могу поставить? Смотри, вот выберешь 11, нажимаешь Enter, пишешь сумму, допустим, 1000 рублей, и нажимаешь изменить. Все. А,
Я просто не понимала, что наш... Почему изменить нажимать? Что за бред, блядь? Ну-ка. Все, а, все, крути. Реально, возможно, выигрыш прикольный. Крупи, крутите. Спасибо. Я услышала тебя, брат. Я тут на подработке, и одновременно еще не ставлю. Три. Ты, блядь. Ладно, чекай. Надо отыграть все. Сейчас должно красное выпасть. Я тоже думаю, я хочу поставить на девятку косарик. Ну, я поставлю на красное 10 тысяч. А, ты просто на красное? А. Да, просто красное 10 тысяч рублей. А, тут комиссия еще, прикинь, забирается. Возможно, выиграть 19 800. То есть не 20 тысяч. Да ёб... Проигрыш! Я 20 поставлю и все. Это точно ластовое. Не-не-не-не. Просто это реально обдирают меня, нахуй. 20 тысяч. Будем как этот стоять, нахуй. Да-да, голые будем. Бля, правильно, потом придется работать мне, я не хочу работать, я хочу бездельничать и зарабатывать миллион. Давай устроимся на работу к Рубке и просто хотя, знаешь, пару денег, блядь. О, 40 тысяч выиграл. Хорош. Так. Ты, слушай, реально, не выходя из казино, заработал, потратил. А я, слышишь, я в ноль, походу, ушел. Друзья, тут есть я все проебала, ужас. Ну-ка, тут есть Джек-Блэк, блядь? Джек-Блэк. Есть карточный стол. Максимальное количество игроков 5. Подожди, мы друг с другом можем поиграть. Давай, вон ставка 5 тысяч рублей. Ох, ебать. Ну, там, конечно, там побольше, там по 100 тысяч. Ага, ну-ка, и чё? Я так понимаю, все должны собраться или вдвоем тоже можно херачить? Бля, походу, все должны собраться. Бля, привстал. Не, походу, тут реально побольше. Да, ты чё, пьёная такая? А, вот, максимально игроков 2 человек. Ставка 30 тысяч. Блядь, у меня столько нет. Давай я тебе дам. Брат, я не хочу против тебя играть. Сколько у тебя? 23 700. Брат, слышь, короче, смотри. А, блядь, слушай, мы друг друга просто будем нанимать. Да, тут не будет. Я просто дала сейчас казино наебать. Типа. Что-то не продумала, ну бывает. Это что, дурак, блядь, или что, я не знаю? Что это такое, блядь? Что за игра вообще? Ты что, реально дурак, что ли? Я не умею в дурака играть. А я умею, блядь. А что делать? А как? А как какать? Это, карты? А, отбиваешься? Ходи сейчас, дирайдер. А как? Ну, выбери карту и вытащи ее, наверное, наверх. Или ее на нее и enter. Нет, я попробовала. Клик и enter. А, подожди, бита. Что за бита, блядь? Это карты, какие биты? Это реально дурака, блядь. Артя кончено, в дураках остался Ди-райдер, задумался. Чё, блядь? Ебать, обул, все. Все? Ноль у тебя, блядь. Это пиздец. Почему, блядь, я же биты нажала. Пиздец, а что? А почему правила игры не объяснили? Я впервые вижу, что в казино в дураках. О, Кости, нет, крупье. А, вот здесь крупье должен быть. Пиздец, я вылезти со стола не могу, блядь, задумался, ёпта. Дурак, что ли, блин? Ух ты, дурак, блядь. Не, подожди, кого он? Тут блэкджек есть, тоже крупье должен быть везде. Пиздец, а хули пустует-то? Ну, я знаю, где кто работает должен быть. Блядь, тут какие-то VIP-автоматы, походу. Не, это пиздец, я не казино, нахуй. Дурака, блядь, играют вместо блэкджека там или какого-то покера, блядь. Ну это, так. Это пиздец. Они еще, знаешь, колодец вот этот. Верю, не верю, блядь. Значит, тут реально крупье должен быть или нет? Ну давай, поход, быстренько отыграем тогда сейчас. Я хочу заработать немножечко. Давай, я тоже хочу. Так, я вставлю на 18 все свои деньги. Пятера. В смысле, все, у тебя нету просто. Ну все свои деньги, это 1760. Ебать. Может, лучше на... Все, сделано. На цифру, может быть, лучше? В смысле. Ну я на цифру и поставила, блядь. Пожалуйста. Я поставила на гандона, блядь. 6. Купе, нахуй, пиздец. А я на пятеру поставил. Бля, я вообще на 18. Ладно, Мартингейл, вперед! Но было близко, а тут врать не буду. 10 тысяч на красный. Как отсюда съебаться, блядь? Мне не нравится это казино, блядь. Меня тут... Подожди, ебать, если тебя нет, то... Я, смотри, как быстро начинается, ебать. Ну-ка, красная. Yes, посадочка сюда. Продолжаем шоу. Так, десяточка. Давай, я моральная поддержка. Давай, как крупье встань. Давай. Let's go, давай. Я верю в тебя, ты выиграешь миллионы. Ебать, еще двадцаточку. Хорош. Продолжаем. Смотри, видишь? Вот, я только сейчас ставлю, смотри. Я поставил, пам. И крутится. Ебать. Ебать, соло вообще кайф зарабатывает. Ну, правда, только вот это и... Прочухал, да, какую-то тему туда, да? Я в блэкджек хотел бы поиграть. Ой, блядь. Блядь, нет, извините, я играл в дурака, блядь.
Бля, неужели сейчас меня казино обувать будет? Я по Мартингейлу иду, мне похуй. 20 тысяч. Плиз, 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 плиз. Я проиграл. Я на 40 тысяч ставка. Сука, лудоман пошел, блядь. 40 тысяч. У меня уважение минус идет. Что за хуйня? Минус за то, что я лудоманю, блядь. Бля, черная выпадена, ставка 80 тысяч. Я даже... А у меня тут специально не пишут, сколько у меня денег, блядь. Хуярил и хуярил. 80 тысяч. Это знаешь, как, типа, темные окна в казино, чтобы не видно было света. Да. Так же с деньгами, блядь. Лунай. Бля, пожалуйста, отыграю, отыграю, отыграю. Выпало, все, 160 тысяч, ставка. Пиздец. Ставка 160 тысяч. Откуда у тебя столько денег, нахуй? Рефералы все написали, мне деньги выпустили. Максимальная сумма ставки 100 тысяч, оказывается. Ладно, 100 тысяч. Сука, отыграй. Да! Но я все равно в минусе. Подожди, сколько у меня? 380. Ну ладно, главное не в таком ебан... А еще раз давай 100 тысяч поставлю. Реально. Главное, что... А, да покой. Я не могу зайти, меня не дает зайти. Ну все, это знак, брат. Это все. Знак. Я последний, я тебе отвечаю, сейчас красная выпадет, и все, будешь жить. Все. Бля. 100 тысяч. Изменить. Я верю в тебя, брат. А казино нет. Ладно! Разделили они меня немножечко на 100 с чем-то тысяч. Круто! Казино, вау! У меня вообще ноль, блядь, мне сейчас идти в таком виде, только проститутка подрабатывает. А тут, по-моему, есть такое, ну пойдем. Давай ты судьёр, блядь, а я уж... Шлюха, блядь.